Итак, друзья, продолжаем новогодний анбоксинг, часть вторая. Вот две посылки от моих друзей Тима Карамболя и Саши Румянцева. Единственное, что меня напрягло, это вот эта вот штука в коробке, как раз для прощупывания пальчиком удачная дырка. Ну, надеюсь, что там все будет на месте. Так, итак. Что-то приятно открывать подарки. Так, тут ничего. Как бы так все аккуратненько. Так, что-то по нашей теме. Это пока вниз. А, чаек. Ай, чаек, вкуснятина, чаек. Чаек, чаек. Тим меня снабжает чаем, которого я просто балдею. Все, пусто. Так, поехали. Чай, чай, чай. Чай. Это мне хватит. Вау, надолго. О, такой паракордовый браслет. Налезет, налезет. У нас моим любимым оранжевым цветом. Так, нож, карабин. Я думаю, что это объяснять никому не надо. Подобные ножи знают все. Нож-карабин, отвертка. Ага, и вот такая вот широкая вторая отвертка. Супер, супер. А это дочки. А это дочки приморские. Известные конфеты. Это обалденные конфеты с бодростью агара-агара. Очень полезительные. Только, похоже, их немножечко раздавили. И... похоже на мору, но это не мора, это... Билтема. Stainless Steel. Швеция. Ну, тут описывать, я думаю, особо нечего. В руке лежит как влитая. Что так, класс. А вот этот, конечно, прикольный девайсик. Вставляем их чуть в сторону. Вот теперь второе. Большая посылка. Блин, очень надеюсь, что все в целости и сохранности. Потому что как-то эта дырка меня абсолютно не вдохновила. Тут это все разбирается. Долго-долго, время. Ладно. Думаю, коробку можно отсюда не жалеть. Все, готово. Так. Ай. Я думаю, я знаю, что здесь. Класс! Короче,
Полезные агары-агары мы обеспечены. Спасибо. Это супер, это реально супер. В тот раз, когда мы такие конфеты присылали, мне ребенку лекарства выдавали поштучно, но в этом году хоть сами поедим. Слышите? Бульк. А если что-то булькает, то, скорее всего, это что-то можно пить. Упаковано на совесть, но по-другому нашу почту отправлять нельзя. Только так. Так, рябина на коньяке. Супер. Гляньте. Красота какая. Берем коробку. Ну что, начнем с длинного пакета. Да, когда от Саши приходит посылка, я всегда знаю, что там будет что-то очень необычное. Что-то интересное. Это деревянное. И как всегда, что-то такое, о чем придется спрашивать самого Александра. Что это? Это такой интересный девайсик. Каким-то напылением. Прикольно. Вау. Вот каждый раз, когда я получаю Саше посылку, я понимаю, что я вообще в ножах ничего не понимаю. Потому что половину из них я просто вообще не знаю, что это. И ножны классные. Твердая кожа, вау. Тяжелый клинок вообще. И не зря здесь деревянная. Смотрите, какие интересные ножны. А, якутский нож. Вот чего у меня не было. Вот видите, какой хорошенький якут. Так, ну вот это явно для чего-то вот это вот предназначено. Знать бы еще для чего. Класс! Так, едем дальше. А, судя по запаху. Так, здесь конфеты, распаковывать не буду, чтобы запах не уветривался. Нет, чуть-чуть все-таки распакую. В общем, новогодние праздники будут у меня сладкие. Тут конфет. Так, пока дочка не видит, надо в половину спрятать, иначе не достанется ничего. Так, ну и последний пакетик. Не хочется выглядеть варваром, рвущим
пакеты на части, да? Придется. Так, эти я еще знал. Что это? Folding knife. А дальше все не по-русски. Достаем. Смотрим. Смотрите, какой малышок. Гляньте, какой класс. Так, бэклок. Нифига. А, то есть закрывается так, просто пружинный замок обычный. Как на советских фиксах. Ага, а здесь еще вот это. И отвертка, то есть такой нож мультитул. С остропорезом, да, отверткой, которая позволяет открывать Philips, обычной отверткой и открывашкой. Супер! Так, дальше. Думаю, коробочка всем известная. Ганза. G724M. Такой очаровательный ломик. Тоже со стеклобоем. Выглядит супер. И последнее. Так, коробочка. Шрейд. Из коробочки он выпал. Да, теперь бы еще разобраться. Упс. Фронталочка от Шрейд. Даже не знал, что у них есть фронталки. Ага, вот так это закрывается, а вот это, видать, замочек. Замочек сюда. Это сюда. Прикольно. US Patent Pending. Видите, как интересно, да? Вот так вот он закрывается. Надо придавить эту педальку. Когда она закрывается. Интересная конструкция, конечно. Так что, ладно, если убрать конфеты, чай и все остальное, оставить только нашу живую тематику, то, в принципе, получается вот оно что. Вот такой вот анбоксинг, который занял мне целых 2 дня. Всем спасибо за внимание. До свидания.